На постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений санитарных норм и правил благоустройства на городских улицах в части уборки от снега и содержания улиц в чистоте. Нами, местной полицейской службы, совместно с представителями заинтересованных госорганов проводится профилактическое мероприятие «Тазакала». За один день мероприятия участковыми инспекторами полиции было выявлено 23 административных правонарушения по статье 505 Кодекса административных правонарушений. В отношении 18 лиц наложено административное взыскание в виде предупреждения, и в отношении 5 нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 212 100 тенге.